Центр профилактики здоровья Подмосковья на территории Видновской районной клинической больницы открылся менее месяца назад. За это время его успели посетить более 500 пациентов. Жители поселка Володарского и села Молоково также смогли оценить работу учреждения и без очередей пройти ежегодное обследование. В день диспансеризации их в сопровождении медика привезли на автобусе прямо к павильону. У нас присутствует и фельдшер, акушер-гинеколог, забор анализа крови, кардиограмма, флюорографии, маммографии. То есть объем, который входит в рамки первого этапа диспансеризации, жители пройдут сейчас и потом их организованно отвезут назад. Списки желающих пройти обследование составляли сельские амбулатории. Татьяна Кулагина приехала на диспансеризацию из поселка Володарского. В газете прочитала, что будет диспансеризация. Пошла к врачу. Сказали, все объяснили, что будет автобус, тогда-то ехать, все хорошо, очень хорошо, все организовано. И вот так, чтобы толпы, я не вижу, что приходишь, кровь сдали, дальше пошли. В этот день диспансеризацию прошли 32 жителя поселка Володарского и села Молоково. Каждому из них дали маршрутный лист, где расписана последовательность обследований и номера кабинетов. Смотровой, 9-й кровь и терапевт, 11-й кабинет. Результаты обследования через несколько дней поступят к лечащим врачам жителей в амбулатории. В случае выявления отклонений в показателях пациентов будут приглашать пройти второй этап диспансеризации и расширенную диагностику здоровья. В дальнейшем такие выездные диспансеризации из разных населенных пунктов муниципалитета планируется проводить каждую среду. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.